Вы смотрите обзор товара Sprout Extra VR универсальный от сорняков, 25 мл. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Sprout Extra, Sprout Extra VR. 540 грамм на литр глифосата кислоты в виде калийной соли. Чистое поле для новых урожаев. Для чего и где применять? Полное уничтожение трудноискоренимых сорняков. Предназначен для освоения участков для предпосевной подготовки почвы под овощные, цветочные культуры и газоны, удаления нежелательных сорняков вдоль заборов, построек, дорожек и теплиц. Высококонцентрированный гербицид сплошного действия для полного уничтожения трудноискоренимых сорняков. Борщевик, одуванчик, осок, пырей, снысь, крапива, амброзия. Преимущество. Проявляет эффективность при любых положительных температурах воздуха до наступления заморозков. Надежно обеспечивает долговременный эффект. Уничтожает все сорняки, древесно-кустарниковую растительность, а также борщевик сосновского. Действие. Системный гербицид сплошного действия. Отлично впитывается в листья и стебли сорняков, быстро проникая в корневую систему. Спустя 5-7 дней сорняки начинают засыхать и через 2-3 недели полностью погибают. Результат. Проявляет эффективность при любых положительных температурах воздуха до наступления заморозков. Надежно обеспечивает долговременный эффект. Уничтожает все сорняки, древесно-кустарниковую растительность, а также борщевик сосновского. Рекомендации по применению. Наибольший эффект достигается при обработке сорной растительности, находящейся в фазе активного роста и при благоприятных условиях, оптимальной влажности и температуре, в период с апреля, мая, по сентябрь. До достижения полного уничтожения сорняков должно пройти не менее 2-3 недель, в течение которого растительность не скашивают и почву не перекапывают. Чтобы избежать попадания капель препарата на культурные растения, их необходимо прикрыть защитным материалом. Обработку проводить в безветренную погоду, лучше утром или вечером. До дождя должно пройти не менее 4 часов. Полезно знать. Гербицид на основе калийной соли глифосата считается наиболее эффективным из представленных на рынке препаратов по степени уничтожения корневой системы многолетних сорняков. Уничтожение сорняков вместе с корневой системой на запущенных участках будет способствовать более легкому перекапыванию и обработке почвы. Безопасность и экология. Третий класс опасности – умеренно опасная. Внимание! Перед обработкой следует укрыть культурные растения. Во время обработки не допускайте попадания рабочего раствора на них. В случае попадания на культурные растения препарата незамедлительно смойте струей воды. Период применения. Март, октябрь. Температура хранения. От минус 15 до плюс 30. Срок годности. 5 лет. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.